сегодняшней серии наш главный герой будет фармиться, то бишь выполнять простые задания. Если ты тут впервые, то посмотри сначала, ссылочка на плейлист имеется в описании, а также она появилась в подсказке. Не забывай про лайк, а также про подписку на канал с колокольчиком, ведь до 60 тысяч остается совсем чуть-чуть, а меня смотрит аж целая половина без подписки. Обидненько, надеюсь, что мы это исправим. Я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Итак, предыдущую серию мы закончили на том, что прибыли на Интарь. Чё, у меня мышка не работает? Алло, о, работает, с кайфом. Да, мы прибыли на Интарь, сейчас наша цель передать посылку. Значит, вот этому челику, он здесь, что он там не помрет нигде. Я предлагаю тогда это сделать очень быстро, потому что слышится какую-то стрельбу с того района я. Аптечка первой помощи в тайнике, да что ты говоришь? Вот это да, повезло. Также по времени, кстати, уже как будто вечер, но на самом деле нифига еще не вечер даже. Еда нахуй, слушай, тайники-то хорошие прям. Еда, аптечки. А что завтра? Экзоскелет, что ли? Так, мне пиццу хотел, это не проблема. Попей маленько воды, и вроде как его даже никто не атакует. Он спокойно идет себе. Это тебе нужно посылку передать или нет? Подожди, чел, стой. Говорить надо с тобой. Слушай, так, мужик, ходит слухи, что ты можешь починить. А, это Круглов? Ну, допустим, сколько? 7 тысяч стоит. Ну да, починочку он занимается, и молодец, конечно, он. 600 рублей, да нафиг, иди. Понял тебя, а торговля? Ты у нас какой-то торгуется, что, ничего себе. А за сколько ты возьмешь за 1000 рублей? А че? У мутантов, не, я это продавать тебе не буду. Слушай, ну Кругов, ты, конечно, молодец, никуда далеко не уходи. Если что, тебе все отдам. Так, погоди, мужик, а тебе, да, видимо, нужно посылку дать. А кому? Че? А, вот тебе. Слушай, я что-то вроде посыльного. Так вот, младший сержант Мерзляев тебе тут посылку передает, лови. Я скажу честно, что надеялся на больше. Но и на этом спасибо, ладно. Очевидцы видели, они знают, что я довел посылочку до ума. Офигеть, что такое? Большая реакция глюкозы, какие-то кофеины. Это можно неплохо либо продать, либо использовать, то есть. Ну, реально тайники хорошие, на Интаре дропаются. Вроде что есть. Так, это кто? Подожди. Есть еще и зеленый тайник. А у нас еще фиолетовые тайники есть, нет? Давай-ка посмотрим. Где-нибудь. Тут зеленые. Просто в фиолетовых тайниках он на... Ай-яй-яй, какое место ублюдское, ваша темная лощина. Не хочу туда идти. Видимо, потом придется. Котик надо полутать по-хорошему. А, она бутанная, жаль. А тайник ты давай-ка на него не покушайся, ладно, я дай-ка его сам опущу. Что в нем будет? Ну, хз. Такой есть, он еще минирован, кстати, поэтому. Тем более хз. Вон там челики какие-то померли, не знаю, кто это такие, в аномалиях ли. В натуре в аномалиях. Бабки в аномалиях померли со снорками, нифига себе, жестко. Так, а может тебя обыскать, подожди. Ну, обычно у них ничего не дропается, и вообще их обыскали уже, ничего себе. Тут столько трупов, это ужас. Вон еще и злом помер. Так, тебя можно обыскать? Нельзя. Ну да, их уже до меня обыскали. Да ладно, так ты сейчас просто отдадим сейчас тогда снаряжение свое ненужное. Механику там, Сахарову и всем этим прочим челикам. Так, о, погодка изменилась. Но FPS, конечно, садится, жесть как, но зато красиво. Зато красиво, аномалии, красивый мод все-таки, да? Уровень влажности неожиданно вырос, туман поглотил зону. Проверьте стволы и остерегайтесь мутантов. Туман? А где, ёпты? Не знаю. Извините. Так, торгуем с тобой тогда, ну, в принципе, какие-то... Копейки, хотя 10 тысяч, типа, ну, фига себе копейки. Так, ладно, тоже дадим тебе... Нет, подожди, там же патрончики есть. 24 тысячи с этого мы сейчас получили, да? Разряжаем. Это непригодный гидрошок, по факту нам он не нужен. Пошли тогда еще Сахара паренька потревожим. Может быть, у него есть квесты на те части тел мутантов, которые у меня есть. Так, айда сюда. Ну, надо еще тысяч, наверное, столько же, короче, чтобы квестом себе купить. В принципе, здесь не сложно это найти, учитывая, что есть квесты, которые я должен сдать. Мутантов завалю, работа, печень пса, глаз псевдоги. Гиганта найду. Подожди, с печенью пса. Это печень, это мясо плоти. Нет, печень пса это нет, я не знаю. Такой у тебя квест, не знаю, когда его. Не знаю, где его даже найти. Класс псевдогиганта еще. Рука контролера найду. Все, квестов больше нет. Ну, в принципе, все, можем смело продавать эти часть тел. Нам они не пригодятся, а возьмет он их, в принципе, за неплохую такую стоимость. А еще продам тебе лишний кофеин. Мне он тоже не нужен. И, допустим, большую инъекцию глюкозы. Возьми тоже мне по факту не прикрыться. 5000 плюсом. Так, нифига себе, села без шлема. Ну слушай, выглядит довольно-таки прикольно, конечно, но 54 тысячи стоит. Есть смысл выбрать или нет? Ладно, пока нет, думаю. Сколько там у меня? 29 тысяч. Сейчас мы еще плюс ко всему продадим всякое барахло сталкерам, надеюсь. Так, ученые, здорово. Ой, какой ты молодец, ты прям все берешь. Так, это, думаю, не тебе продавать. Ну как барахло? 300 рублей барахла продаем в натуре. А подожди, может какие-то квесты будут, кстати, у механика? Подожди, тут нет никаких квестов. Ах, а жаль, а очень жаль. На болотах сколько зданий, ты посмотри. Ну, короче, нужно однозначно топать на болото. И там уже сдать некоторые квесты, выполнить их опять же таки. Возможно, а
чё? Подожди. Здесь у нас раз квест. Ну, такой, типа, сомнительный квестик, если честно. Так, работа. Север завалю. Для грубой работы не хочу ничего убивать, а вот бандитов я тебя тоже убью. Нет, для грубой работы, мужик, я это самое. Нет, давай. Отдохни пока. Где мутантов-то надо убить? Самые сракихи где-то, а вот куда... А, здесь, да ну, что, издеваешься, что ли, надо мной? Ладно, пошли, короче, на кордон, там увидимся и продолжим серию. А, я запись забыл включить. Ну, в принципе, я тут буквально 3 минуты, короче, пропустил. Сдал я квест Сидорычу, продал ему сигареты, купил у него дробь маленькая. И сейчас планирую тогда я еще маленько полутаться, крыса, нахер иди, и взять некоторые квесты у фаната и у волка. Это очень важно, так работа. Вот видишь? Квест хороший, отправляет на мутант, сделаю, еще работа, все, работы больше нету. Дал нам, по идее, сейчас напарников. Ой, какие квесты, это прекрасные мужики, вы не представляете, они очень близко, это раз. Два простейшие, я знаю просто, эти квесты нереально простейшие. Так, ку, фанат, есть работа? А, ну работы у тебя пока нету, но я тут сейчас такие два квеста сейчас легкие выполню, просто легчайшие. Так, ладно, побежали. Нет, сначала давай-ка вон тот квест выполним, потом следующий. Но, в принципе, их именно я узнавать не очень хочу, мне это не очень нужно, потому что я с ними что, в центр зоны пойду, что ли? Нет, конечно. Мне сейчас чисто нужно как-то на костюм накопить. 35 тысяч есть, учитывая... А, надо нож поточить, бляха. Ладно, подточим, не проблема. Там, кстати, опять какая-то обнова вышла небольшая. Ну, огонь усмотрения, давайте, поставлю вам. Игра залагала. Ну, давайте, пошлите, мужики, ладно, за мной. Тут вроде как не сильный и опасный мутант есть, но... Все же, он почка летит. Убили. Там... Пацаны, ну прикройте вы меня, ну что же вы... Ну что же так плохо прикрываете-то, пацаны, ну вы серьезно. Я-то думал, то, что сейчас они прикроют, а? Не, ну вы, пацаны, меня это разочаровали, если честно. Изом летит на меня? 50 метров, наверное. А как бы им пофиг? Пофиг плюс пофиг. Ну, мне сейчас тоже будет пофиг, я тогда один пойду, даже на вас надеяться не буду. Вот. В принципе, нам бы квест просто выполнить и все. Так, вот почка летит. Вообще, по идее, только надо почку убить, нет? Разве не так? Так, игра не фриз, пожалуйста. Собаки там, правда, еще есть, конечно, это нехорошо. Путик надо тоже построить. Так, мужики, только не разбегайтесь особо, а? Тоже важно. Там нас какие-то бандиты уже услышали. Фига вы живучи. Забавно это было, как колобок какой-то покатился. Но от напарников ноль, конечно, помощи, и, в принципе, это и требовалось ожидать. Тебя в сраку дал разок, тебе что, не больно даже, что ли? Ты же не почесался. Засранец, собака завалили. И зома тоже. И что? Там еще какая-то пальба идет по кому-то, правда, хз по кому? А, слышу собаку где-то вот в этом районе. Слышу, но не вижу, как говорится. Так, близко, близко где-то, очень близко. Ты чего умерла? Ладно, не мое дело, собака. Собачья. И еще квест выполнился. С кайфом, просто с кайфом, два квеста плюсом. Только, видимо, челик помер один, да и черт с ним. А нехер на мутантов брать какие-то мощники, вообще конченые, что ли? Какая мощника на мутантов? Вы подумайте головой своей хотя бы чуть-чуть. Какое-то у них брюшко, честно говоря, не очень качественное, в плане текстур я заметил, у потеек всяких. Ну ладно, черт с ними, в принципе. Излом, дай, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Рука излома, кстати, довольно-таки дорого, ценится вроде как, я видел. А, ну ладно. У тебя что? Давай показывай. Ну пойдет, мясо, согласен, тоже неплохо. Можно кому-то загнать. Ну побежали тогда обратно сейчас. Потом я пойду посплю и отправлюсь на базу чистого неба. Два квеста плюсом, это еще, наверное, плюс так 1009. Я еще часть тел мутантов продам. А, так вы выжили что ли? Оба. Ну ладно, хорошо. Надо купить также набор для заточки, потому что мой ножик как-то совсем себя плохо чувствует. Плюс себе, наверное, дефолтный комбез чистого неба. Все-таки будем играть маленько по канону, то есть мы чисто небовец. Так, стой. И что у тебя было чисто ради интереса? Сейчас посмотрю. Кому вообще это надо? Ничего полезного. Ну, в принципе, это читалось. У меня ножик уже сточился довольно сильно. Здание выполнено. Сколько ты дашь за него? 3250 и 4. Ну да, плюс-минус, ну 7 тысяч дали. Ладно, давай тогда до связи. Деньги сейчас у меня есть, но давай-ка я сейчас к тебе загляну. Так, информацию тайника, работы у тебя нет никакой. Что-нибудь продам. Ну, хотя хз, что тебе можно продавать? Нет, ничего не будет продавать. Пойду-ка лучше посплю. Потом у волка вновь будут эти квесты. По-моему, они типа раз в сутки появляются. Хорошим их тоже надо бы взять. Бляха, я бы еще артефакты поискал бы. Ага, чем? Не знаю. Ну вот я тоже не знаю. Давай тогда спим. Радиация 0, надеюсь, у тебя. А, 230. Откуда ты эту радиацию схватил? Ну, это, в принципе, вообще нифига не радиация. То есть можно водка спокойно эту радиацию вывести. На дикой территории эту радиацию схватил. Да, я помню. И все-таки я маленько был неправ, потому что это очень маленькая радиация. Это очень и очень маленькая радиация. Мы даже можем спать при ней, по-моему, да? Нет, очевая болезнь пишет. Она же уходит, радиация-то это. Что, игра, ты чего меня мучишься? Буря утихает, уже видно, как сквозь нее пробирается солнце. Здорово. Давай сейчас, может быть, какие-то квесты возьмем. Дает, те же самые дает. Ну, не знаю, они, конечно, скучноваты, это согласен, но если недалеко... А, сейчас, кстати, дав самой заднице причем. Так, ладно. Ждите меня здесь, короче, не стреляйте. Потому что, ну, а чем я сейчас с вами ползти, что ли, до этой точки? На картон вернусь, там посмотрим, там сбегаем. Так, во-первых, ты тоже не берешь магазин, и черт с тобой.
Тогда, что я всякую херню напродаю, дай ты мне, пожалуй, набор для заточки, если есть такое у тебя, походу, такого не будет, к сожалению. Да, очень жаль, медведь 112 тысяч, но нет, это пока отмена, пока мы не потянем. Давай на базу чисто неба сейчас махнем, давай вот сюда, посмотрим, какая будет награда. Так, бандитов завалю, хотя, зачем? Не, иди нафиг с такими квестами, короче, пошел реально в очко. Не хочу такие квесты выполнять. Так, репутация, кстати, надеюсь, у меня качается потихонечку, нет хоть? Ну, не, не качается нифига, бляха, муха, что делать? В мире животных для Сахарова контроль это хорошо. Слушай, ну сегодня какой-то квест на болотах прямо, а? Прям все на болотах на кордоне. Ну ладно, займемся этим сегодня, не проблема. Так, работа. Работу он не может предложить, зато я могу тебе предложить всякие части мутантов за условные 500 рублей. Дешево, надо было мяснику продавать. На еще дроби мало патронов, капец. Ну сейчас посмотрим, сколько там вообще в принципе стоит костюм, который я хочу. Может он вообще там 1070 стоит. Так, работа, ученый, нет, ну такие себе квесты. Итак, это браслет 441А, стоит он 48 тысяч, это куртка. Угу, по статам, конечно, да слушай, разницы вообще особо нет, если честно, но хотя нет, есть. У него вес плюс 5 килограмм, плюс 5 килограмм вес. А что мне сделать, чтобы он нормально что-то мне дал? Я что-то не хочу такое покупать, если честно. У меня вообще сейчас идея, можешь Севу купить себе вот эту вот у ученых, кстати. Ну как-то я вообще не знаю, нет желания мне такое покупать, если честно. Прям вообще нету. Давай на Севу купить, короче. Нет, ну серьезно. Вот это Сева, короче, без шлема. Нормально же тема будет. Так, вот там мутанты. Ладно, пошли сейчас прогуляемся до них. Мы, в принципе, не голодны, полны сил. Сейчас прогуляемся, убьем мутантов. А там дальше уже пойдем, короче, на янтарь. Покупать себе эту Севу без шлема. Смотри, сколько у меня с квестов. Раз, два, три, четыре. 5 квестов в одном месте, жесть. Одна локация, точнее, ну побежали. Здорово. Собакина. Обновлено, подожди, а почему? Вот так вот, а надо тоже подобрать, да, видимо, приборчик, понял тебя. Ну и давайте их обыщем, только вот я забыл совсем ножик, точнее набор для заточки купить. Думаю, то, что мне он сейчас пригодится, конечно, а потом уже пофиг на него будет. Там дальше вроде как нет квестов с мутантами. Ого, напугал меня говнюк. Так, не фризь. Бляха-муха и цикатуха, позаоченное брюхо. Так, иди нафиг отсюда, Айзлом. Вот чего тебе нужно? Вот и все. Еще жрать захотели мы. Не, погода, конечно, красивая, не спорю. Так, а чего у тебя было? Показывай давай. Еще крыски тут носятся. Ну, на крысах пофиг на самом деле. Монетки. Ну да, монетки в рубли можно преобразовать, но тут такие копейки выходят. Аж смешно, если честно. Так, поешь колбасы. В рот тебя молоть. Давай нафиг, иди отсюда, пожалуйста. Давай, Датури, вот иди вон, и я тоже пойду. Давай какие-нибудь квесты не IG выполнять, которые помощнее, покруче будут. Вот два квеста. И тут. Давай вот так, Датури, пробежимся. Ой, кабанидзе. Ты же не по мою душу бежишь, надеюсь, то, что нет. Сколько там трупов ты взгляни на это, жесть! Так, подожди. Дима, он не хочет со мной дружить, да и, в принципе, я тоже не очень хочу. Может, с тобой как-то все-таки надо подружиться? Нет, мужик, так подумал. Вот и все. Он кот гоняет кабана. Фига там мутантов, жесть, конечно. Я сейчас, может быть, пожалею о том, что сказал, что, может быть, нож нам не пригодится, но вот. Или там не только мутанты. Какая-то резня произошла лютая, на самом деле. Так, тихо. До сих пор... Уф, твою мать. Кот, нахер, иди. Котов я ненавижу, котов нужно сразу гасить, я считаю, потому что это очень противный мутант. Это собака с автоматом так стреляла, что ли? Опять не могу. Я труп. Нет. Армейскую аптечку используем, давай сразу на F3. Ну, сначала бин давай, а потом дефолтную аптечку тогда можно. Пошел в очко что, я не понимаю. Ну, вот, ну какого черта я не понимаю просто? Вот реально, на него опять мутант. Там есть сталкер. Сталкер может подумать как-то, не знаю, там. Ну, короче, не понимаю, это на самом деле логику иногда. Он бегут, два застранца. Накоцался, молодец. Я тоже уже испугал долго сильно. Так, только не бей меня, пожалуйста. Почему? Так, надо собаку пускать обязательно. Нам уже мех, по-моему, собачий. Псевдо-собачий, пси-собачий, псевдо, точнее, да. Или пси, кстати. А, во, плюс квест, кстати. Нормально. Так, печень там. Тоже кому-то вроде нужна была. Не, мутантов надо по-любому обыскать, потому что нужно, по-моему, часть тела мутантов. Причем надо много частей тела мутантов. Кабан мне тоже пригодится, кстати, для этого всего. Правда, вот кота надо обыскать, потому что у них очень часто дропается очень много всяких кокотков. Допустим, как сейчас. Так, псевдо-собачка лежит, или нам нужна пси-собака? Я вот не помню, ребят, реально. Ну нет, нам что-то не то дропается совершенно. Значит, пси нужна, скорее всего, да? Сохраняемся, конечно, но я не знаю, боюсь умереть. Все с этим понятно. Но квест нужно дать мяснику. Нахер. Гай, так ты шмыхнул. По-моему, никого не убил, но, во всяком случае, надамажил больновато. Так, ну не фризь. Твою мать. Одну убил, походу, кстати, одна не агрится.
Мне нож в слишком плохом состоянии, это очень плохо. Как я вообще так не мог? Нет, я не досмотрел-то, а? За ножом своим. Да, ладно, больше я его не мучаю. Иди сюда, иди, иди, родная, ну. Вот так вот, молодец. Это в кустах, дамаг, может быть, тебе доджится. Хотя я тебя накоцал, ты вон хромаешь уже, кстати, как так? На твою мать. Ну я хотя бы доколаш, если что, есть, конечно, но... Не хочется так просто его тратить, если честно. Я сейчас думал, он не умрет, и меня что-то быданет. Вон еще плотик, ну плотик, да, хотя бы с одного удара. Хотя бы с двух. И квест у нас... Все, выполнился, отлично. Драбин у нас нет, поэтому можем смело возвращаться, в принципе, в какой-нибудь инвентарь. Но для начала... Что? Что нам выполнять? Это IG-квесты, кстати? О, во-первых, давай-ка вернемся. Подожди, переход с болот на болото? Или что? Я что-то, ну-ка, интересно стало, куда он нам нас отправит сейчас играть, что-то я не понял. Какой-то баг, если честно, ну ладно. И чё? Привет, сталкер, что скажешь? Привет, ну как бы... Странные дела, если честно. Короче, эти переходы быстро тоже сомнительные иногда удовольствие. Это же нелогично. А, ну да, сейчас будем, короче. А, нет, я вылез. Все, с кайфом. Так, здание выполнил. Сколько ты дашь за это все? 5500. Пошли теперь вот сюда тогда. Сдавай задание. О, какой тут гром-то жесть. Так, ладно. 650 рублей. Чел, я просто, не знаю, в шоке с твоих наград. Они настолько большие, что я аж не могу. Блин, дождь плюс маленький FPS, плюс сам по себе это бар. Да, варит у нас, конечно, FPS очень плохой, мы это помним. Что поделать? Еще пиццу хотел, а? Блях, это плохо. Нам сейчас еще придется на еду тратить деньги какие-то. Так, кому тут квест должен? Подожди, какой-то он сталкер ждет, я ему квест должен, оказывается. Подожди, ты куда-то, я считаю, убегаешь. Подожди, стой. Здание выполнил. Сколько ты дашь за это мне? А, ему должен был часть ему там. Ты издеваешься, что ли? Темная долина сделаю тебе, челик его завалю без проблем. Ну что-то такие себе квесты, мягко скажем. Вообще такие себе. Ладно, давай сюда теперь. Пришел в бар, чтобы заработать 1500 рублей с квестов. Здорово. Так, здорово, Сахар. Если уж ты нормальные квесты дашь нам. Бляха, с погодой тоже проблемы, конечно. Ну ладно. Квест выполнен. 2400, что с ценами-то, пацаны? Ну вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Бляха, вот вообще мне не нравится, что такие цены дают нам. Ну, мы сейчас работали по факту 1003 за все это время. Че так мало? Там вот с мутантов больше себе отдам. Ну окей, нам хватает на костюм. Так, мужики там кэш агрится на кого-то. Ну, давай, меняем его тогда. Он, в принципе, там по весу неплохо добавляет килограмм парочку. Точно добавит мне. Так, а чего? Сколько? 74 килограмма? Ну да, кстати, плюс 18 килограмм. Отлично, я считаю. Прям вообще здорово. Что? Контролер? Чего? Мы отправляемся на дно. Это мой автопилот.